раннее утро на территории отеля Медитерания. Самое восхитительное время. Тихо, эти пальмы прекрасные, лучи солнца, небо сейчас, легкий ветерок. Просто чудо. Лето. И птицы спят. Красивая территория. Холл нашего отеля. Второго этажа. Арки, своды. Всегда здесь прохладно, а холод, тепло. Такие вот держатели для факелов, камни природные, мраморный пол с узором. Там вдали бар. И вот такой стильный коридор, длинный. Очень стильно. Любимый вид из нашего балкона отеля Медитерания в Хамамете. Таласы Гольф. Прекрасный вид. Безбрежная даль, море, зеленые. Это пышная растительность, соседний отель Азиза. И так каждый день море колеблется, краски меняются. Прекрасно. Вот наш номер сьют. За старинной мебелью. Отель такой исторический, уже со сложившейся историей. Один из первых в Хамамете. Прекрасный отдых.